Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте. Кто давно со мной на канале, тот знает, что у меня есть гладильный аппарат Феллини, я уже показывала. Но что-то он у меня 2007 года, аппарат этот был очень дорогой, это $1000, сейчас, наверное, не знаю, сколько он сейчас стоит. Вот, так как мне много приходится гладить, у мужа рубашки, все, мы тогда купили. На день рождения мне тоже муж купил. И сейчас что-то то полетело. Я смотрю, что кончается моя Феллини, и присматриваюсь к парогенераторам. Потому что, когда ты уже попользуешься хорошей вещью, ты уже простым утюгом не сможешь работать. У меня есть, конечно, сейчас покажу. Вот, 2006 года у меня такой, тоже, кстати, Philips, представляете, Эси Каре 3240, 95 грамм пара, 2000, так, 3 метра. А здесь, видать, баров нету, потому что они только в парогенераторе. Вот у меня здесь в Феллини 3,5 бара выходит пара. 3,5 бара выходит пара. А здесь 5,5 бар. Я сейчас покажу. Я присматриваюсь, и мне сынок говорит, я говорю, Настя есть у моей второй невестки тоже парогенератор, я вот не помню какой. Надо, говорю, взять, попользоваться, но ей тоже каждый день надо. И сын снова у Ренгоя. Он сейчас уехал, и он мне передал, говорит, мам, попользуйся, посмотри, как тебе, говорит, а то вдруг не понравится, говорит, а ты, говорит, только деньги потратишь, они сейчас не дешевые. Но я сейчас покажу, сейчас примерно покажу свою Феллини, ну, чтобы вам туда не идти, не смотреть, и которая сейчас будет. Ну что, мои дорогие, поехали. Так, вот такая Феллини, у меня здесь одно колесико полетело, слушайте, ну колесико, 2500, одно колесико, поэтому я уже думаю, ладно, вдруг. Так, вот она как выглядит, сюда вода наливается, тоже такое это, но вот здесь уже бедный кабель, уже делали, переделывали. Здесь одевается, правда, в общем, вот так вытаскивается, вот здесь, смотрите, вот так ставится утюг, и вот такая сетка гладит все. Вот. Ну, знаете, это для раньше было это вообще супер. Вот сейчас я хочу попробовать парогенератор, который мне привез сынок. Вот Philips. Вот 5,5 бар. У меня здесь 3,5. Как оно будет? На кнопочку нажму. Philips. Он говорит, мам, сейчас, говорит, у меня, он же тоже купил вот такую вот, только у меня на 9, он на 8 взял. Нарадоваться не может. У меня, говорит, меньше, у меня вообще, говорит, глажки практически нету. Ну вот. Потому что у него то футболки, то это. Ну, я сейчас недельку попользуюсь, посмотрю, как это. Потом ему опять передам. Машины отсюда ходят. Вот. И посмотрим, что да как. Или придется уже делать опять Феллини. У меня там кое-что поломалось. А запчасть тоже это дорогая. Поэтому сейчас будем пробовать. У меня еще эта Феллини чем хороша? То, что если надо что-то такое тонкое, шелк, то нажимаешь на кнопочку, и она вот это вот поднимается. Если надо, чтобы шелк не скользил, там на другую кнопочку, и она как бы прилипает, и ты гладишь. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Для этого мы набрали воды вот в резервуар. Там, по-моему, 2 с чем-то. А, нет, 1,3 литра. Это другой, который я смотрела. Включаем, говорят, 2 минуты, что ли. Ой. Да елки-палки. Сейчас. Вот я нажала. Здесь даже самоочищение есть там. Но он забыл эту чашу передать мне. Так. Более быстрое огложение. Никаких настроек. Ну, в общем, пусть нагреется. Вот так выглядит. И посмотрим. Так, ну что, он пропищал, что... Сейчас я нажала. Ну, поехали.
У меня много рубашек, поэтому... Так. Скольжение классное. Угу. Так, я что-то неправильно начала. Я же сначала рукава. Ага, нормально. Так, потому что я не люблю, когда на рукавах вот эти складки. Меня бесит. Ну, это, знаете, на вкус и цвет. У кого-то фломастер розовый, у кого-то коричневый. Угу. Он легче. Этот легче. Гладит идеально. Угу. Угу. Классно. Угу. Так, и он все вертикально. Так, ладно. Ну, в общем, что я хочу сказать. Пока мне нравится. Сейчас я много чего проглажу, потом вам скажу. Ну что, мои дорогие, что я хочу сказать про этот утюг. Да, понравился мне. Единственное, что нужно покупать. Я много... Ой, посмотрела. Вот это вот сниматься должна. Снял, вылил. А так мне сейчас вместе с ней надо идти. Или, ну я уж не думаю, что... Нет, она не снимается. Это, видать, потому что он-то давно покупал. Вот. Но штука хорошая. Гладит. Вот этот носик остренький очень хорошо. Гладит легко. Он скользит. Белье опять сушится. И единственное, что еще. Знаете что? Вот эта вот ручка здесь пусто. И когда гладишь, боишься потерять. Вот так. Как-то вот... Все-таки лучше когда это. И вот здесь кнопочка чуть-чуть бы ближе. Но и пар выходит только вот из этих вот дырочек. Сколько там? 4 дырочки, да? И 2, наверное, больших. Ну, по-моему, вот из этих только я так заметила. Может, что-то не то дело, но хороший. Гладить одно удовольствие. Вообще, это классно. Ну, в общем, теперь буду присматриваться к нему. Так, а теперь, чтобы мне вылить воду, надо вместе с этим, видите, неудобно. Или я чего-то еще не знаю. Потому что он мне привез не в коробке, это без документов. Я так посмотрела. И здесь, знаете, написано, что вот модель. Ой, не здесь. Видите, я теряюсь. Даже вот здесь модель, чтоб вот. Ни номера, ничего нету. Поэтому я вот не знаю как. Но вообще, классная вещь, классная, что говорить-то. Она сейчас, наверное, стоит как самолет. Ну, в общем, буду присматриваться, потому что все равно же к утюгу я не хочу возвращаться. Ну, уже если, конечно, придется, то у меня вот этот утюг, который я вам показывала, это вот Philips, это когда я шью, ну, вот кусочки ткани прогладить, все, да. Потому что все-таки парогенератор, который мой Феллини, вот это гладильный аппарат, он пока нагреется, пока это вообще еще доску нести. Не, ну хотя я на доске шью, краю там, и глажу-то я на ней, но все равно это быстрее простым утюгом. А это вообще милое дело, и он легче, чем мой утюг. Он прям вообще, прям, а у меня такой, он прям... Ну, хотя, сейчас остынет, попробуем замерить их, насколько они, ну, потому что, ну, это очень тяжело, вот.
Королева я не только тряпочек, но и утюгов. А вот у невестки там, может, тоже Филипс, только, по-моему, сиреневый, что-то мне кажется. Но я как-то была в гостях у нее, помните, я показывала. Ну ладно, мои дорогие, я думаю, если кому понравилось, вы ставьте пальчики вверх, кому не понравилось, вы мне извините, задавайте вопросы. Видео сначала выходит на Дзене, потом на Ютубе, так что, когда не выходит, я стараюсь делать объявления или в Телеграме, и в Ютубе, что вышло видео на Дзене. Кто хочет первым посмотреть, welcome, так что как-то так. Всего хорошего, мои дорогие, и всем пока.